этой неделе в Петербурге проходил Международный экономический форум. Ключевая тема этого года – создание экономики доверия. Центральным событием стало пленарное заседание, в котором приняли участие президенты России и Франции, премьер-министр Японии, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань. Волгоградская делегация во главе с губернатором Андреем Бочаровым также посетила это знаковое событие в области экономики. Одна из повесток дня, которую обсудили представители нашего региона, создание крупного производства метанола на площадке Химпрома. Надо сказать, что проект очень важный для Волгоградской области. Проект самый высокотехнологичный, экологически чистый проект. Компания, которая готова участвовать, Marubeni Corporation, является одним из лидеров японского рынка. Входит в пятерку компаний Японии и в 200 компаний по капиталу в мире. Проект вышел на заключительный этап, где окончательно должно быть принято решение о строительстве этого предприятия. Андрей Бочаров также подчеркнул, что впереди предстоит большая работа. Регион готов предоставить дополнительные меры поддержки для реализации проекта. Планируется, что это будет самый крупный подобный завод в России. Он сможет производить до 1,5 миллиона тонн продукции в год. Строительство этого объекта станет первым этапом развития площадки Химпрома. Срок реализации – 3,5 года.